В одной маленькой-маленькой стране, на одной маленькой-маленькой улице, уже даже сам маленький-маленький старичок не смог бы объяснить, у кого находится та самая маленькая зажигалка. Впрочем, какая уж там зажигалка, так? Зажигалочка. Или, как называл ее старичок, зажигайка. Все, не сзади двигаться, это ограбление! Ты же обещал, что больше никогда не исчезнешь. Зажигалка? Волшебная, говоришь? Как же долго я тебя искала. Честь имею! А я все остальное. Если мы не успеем, Лиза погибнет. Да что там говорить? Завалят нас всех. Поэтому у нас один выход. Вскрыть сейф в прямом эфире. В моем шоу, ребят. Сетку будем ломать к мопсам. Понял! Но я же вам объясняю по-русски. Когда я показываю, надо аплодировать. Когда я показываю вам вот так, аплодисменты прекращаются. Это понятно? Пробуем. Но я же вам объясняю по-русски. Вы понимаете или нет? Когда я делаю вот так, все аплодируют. Когда я показываю вот так, все закончили аплодировать. Вы понимаете или нет? Репетируем. Какие тупые. До эфира уже всего ничего, а он, видите ли, гуляет, он, видишь ли, звезда. Режиссер уже весь на нервах. Массовка уже 5 часов будет сметь репетировать, да ему хоть на что. Отсутствие Вовчика перед самым началом шоу заставило нервничать даже опытную ассистентку. В отличие от режиссера, она не знала, что любое шоу гораздо труднее закончить, чем его начать. После первой съемки успел схватить, запростите, задницу нашу главную спонсора. Оставить автограф на груди у редакторши и назначить свидание гримерш. И при этом все ему сходит с рук. Ну почему он опаздывает, почему он опаздывает? Когда я делаю все очень удивляются. Когда я делаю все улыбаются, это понятно. Репетируем. Это очень плохо. Когда я показываю все очень удивляются. Когда я делаю улыбаемся добродушно, это понятно. Репетируем. Вот посмотрите, как делает молодой человек. Совершенно искреннее удивление. А вы, моя милая, можете вообще нас сразу покинуть, если у вас плохое настроение? В чем дело? Работаем. Боже. Массовка готова. Прошу, господа, прошу, аккуратненько, прошу вас, прошу. Ну вот, в принципе, все здесь и куется. Нам сюда не надо, нам туда надо, Мопсон. Как любой пигмалион, поставленный на поток, режиссер часто испытывал недостаток вдохновения. Но сейчас оно свалилось на него, как кирпич на голову. Так стоять, запомни ракурс. Вовчик, я не понял, кто тут главный? Я тут главный, не ты знаю, тут главный, Мопсон главный. Не знаю, самим надоел, но рейтинги даю. Боже мой! Какие типажи, какие характеры! Так, Вовочку на грим этих двоих тренироваться. Четвертая, пятая, седьмая камера, включаемся. Все службы по моей команде, минутная готовность, прямой эфир! Это будет супершоу, талантом клянусь. Не двигаться, перестать крутиться. С
Светочка, побыстрее, пожалуйста. Да что здесь происходит? Мне игра в жизни! Бабки нос не тыкали! Тише, тише, здесь же режиссер! Да мне плевать на вашего режиссера! Я таких режиссеров, Вовчик, что ты молчишь? Ох, фактурка супер! Да я из тебя с таким профилем такую звезду сделаю! Так, все, этого можно на сцену. Вовочка, выходишь попозже. Мне нужны шутки про сейфы и толстяков. Хорошо, готово! Сейф, сейф, я пока их отвлеку, ты сейф неси. Да. Давай. Давайте. У нас очень мало времени, товарищи. Давай. Тише, тише, пожалуйста. Ага. Да тише, тише, не надо аплодисментов. В этом сейфе зажигалка. Ну, в смысле, дело, конечно, не в зажигалке. Просто в этом сейфе сейчас один старичок. И нам нужно как можно быстрее этого старичка из сейфа достать. Мы вообще серьезные люди. Это булочка, а я блин. Я олигарх. Я хозяин этого телеканала. Вы не понимаете, если этого старичка из этого сейфа до захода солнца не достать, одна прекрасная девушка погибнет. Вот, вот тут некоторые смеются, а ничего смешного здесь нет. Над миром нависла большая опасность. К этому моменту ситуация становилась настолько критической, что уже не оставляло времени не только на спасение цветочницы, но даже на наши комментарии. Короче, если я сейчас отсюда достану старика, это будет хорошо. Потому что если его достанут другие, то это будет плохо. Олигарх? Очень плохо. Подожди, что это такое? Это же политическое самоубийство. А что это за сейф? Боже мой, неужели тут сам? Идиоты уже собираются вскрывать его в прямом эфире. Слушаю. Ты телевизор смотришь? Да все судьи куплены. Да при чем тут футбол? Вот и я говорю, разве ж это футбол? Сейф упустили. Виноват? Все в телецентр. Быстро! Ну же! Ну где он? Где он? Был же старичок! Я ж зажигал собственными руками! Ну как же, быть такого не может! Значит так, последний раз я загадывал тузу в гости. Затем был дома, потом опять здесь, потом разжаловали в рядовые. Так, Воткин, твоя версия? Я вообще думал, старичок в сейфе. А после того, как вы эту попрашивали Анжелику, я больше зажигалку вообще не вижу. Точно! Анжелика! Конечно, она подменила! Смотрите, булочка! Булочка! Я любимый, еще раз живой, вам смотрите. Повторяю! Одна прекрасная девушка погибнет! Так, телецентр, может быть, есть шанс. Ну как вы не понимаете? Эта стерва любит эффекты! Анжелика там появится! Да прекратите же вы смеяться, наконец! Блин, ну сделай же что-нибудь. Так, Булочка, смотри! Я буду пилить, а ты по сторонам гляди, а то эфир-то, он хоть и прямой, да только нас за старичка прям тут и положат. Давай, блин, я пилю, давай, ты смотри! Давай, пили быстрее. Ну что, старичок, чиркнем? Впрочем, желаний у меня очень много. Будем экономить. Машина мне в телецентр. Ну, я ему строю. Все, мне надо в кадр. Блин, ребята, я иду. Нет, вы только посмотрите. Это просто даже неприлично. Эти звезды за лишнюю секунду в кадре удавятся. Прямой эфир, мои милые, это как наркотик. Тихо, тихо, тихо. Господа, ну тихо, ну подождите. Тихо, прекратите, выслушайте меня. Поймите его, наконец, что он закончился, элементарно. Это не фокусы, мы не комики. В этом сейфе находится, ну как бы вам сказать, особое оружие.
А достать это оружие мы должны обязательно при свидетелях, потому что за нами уже гонятся очень плохие люди. А я говорю, в сейфе кролики. У этих фокусников всегда в сейфах кролики. А я говорю, не успею. А я говорю, кролики. А я говорю, клёво. И нас может спасти только это шоу, понимаете, прямой эфир. Люди, которые разыскивают этот сейф, они боятся прийти сюда и открыть свои лица перед миллионами честных людей, таких же честных, как и вы. А люди эти подонки. Понимаете, если мы сейчас не достанем это секретное оружие из этого сейфа, то у этого человека он может потерять прекрасную девушку. Она ни в чем не виновата. Ну, бери быстрее, давай! Бери! Блин. Веселые ребята. Все. Финита. Пошлость и бездуховность. Да, нету на вас худсовета. Вы кто такой? Немедленно отключите прямой эфир. Прямой эфир? Вы понимаете, что вы сейчас сказали? Вы отдаете себе отчет? В чем дело? Все приходится делать самому. Прекратите немедленно! Вы кто-то? Оставьте руку! Клево! Эй, что такое? На самом интересном картинку давай! Везунчика давай! Вовочку, быстро! Тихо! Здесь. Ну, с Богом! А наше шоу продолжается! Итак, встречайте нового гостя! Перед вами человек, Воткинс! Судьба которого подобна кубику Рубика, долго не складывал. Дальше надо, ты здесь! Приезжий, давай, давай! Приезжий. Осторожно, товарищ лейтенант! Лишний рынок какие-то провода утыть может! Воткинс, идем на свет! И вот, прошло 50 лет. В Америке Мирон Миронович Полтавченко стал Марлоном Пенсильваненко. Он стал миллионером. Однако наследников не было. Марлон Миронович уже не надеялся увидеть своих детей. Детей сестры и жены от третьего брака. Воткин, ты где? Я тебя не слышу. Не вижу! Ничего не вижу, Сан Саныч! Не вижу! Это кто? Это ты упал, Воткин? Мы нашли их. И сейчас вы увидите, как воссоединятся сердца этой растерянной по всему миру семьи. Оля, Петенька, большое спасибо вашей передаче. Отцы души. Петенька, Васенька, милиционеры, а где Миша? По-моему, мы не туда попали. И вот это вот оружие, которое мы сейчас достанем из сейфа, спасет, может спасти невинную девушку. А призы от спонсоров будут? Призы? Будут! Будет много призов! Всех этих честных людей убрать отсюда к чертовой матери! Ну, теперь точно здесь. Воткин? Я. Открывай. Есть. Вы отдаете себе отчет, что был сорван прямой эфир? Ох, вы ответите за это! Смотрите, булочка, нам надо вот туда скорее. Так. Ну как вам не стыдно? Так. Это же прямой эфир. Цветочница? Миллионы. Оставайся миллионы здесь. Миллионы. Воткин, я. За мной. Есть. Нет, как ты так? Я иду с вами. Я сказал остаться здесь. А я сказала, что я буду там, где булочка. Придется вязать. Не трогайте меня, вы не имеете никакого права. Ручки назад. Назад ручки. Ну, пожалуйста. Погоня.
требую прекратить это безобразие! Так это же туз! Этот, про которого газеты пишут! Ой-ё! Закрыть все выходы и входы. Никого не впускать и никого не выпускать. Глупо, блин. Очень глупо. Дешевые эффекты. Прямой эфир. Зачем все? Я не знаю, кто эти двое. Да и знать не хочу. Но ведь с тобой мы обо всем договорились. Понимаю, ты не захотел делиться. Но алчность — это очень плохо. Это очень плохо, блин. Помнишь, блин, ты спросил меня, что такое 25-й кадр? И зачем он мне, если его нельзя увидеть? Иногда главным оказывается именно то, чего мы не видим. Я бы даже сказал, что главное — это то, чего мы не видим. Миллионы идиотов сидят у своих телевизоров и верят только тому, что видят или слышат. Но эти не опасны. С ними все как раз просто. Опасны другие, которые не верят словам. Так вот, для них и нужен 25-й кадр. Они даже не заметят, как их обманули. Вот так, блин. Этих, ну, ты сам знаешь. Сейф в машину! Сейф? Нет, сейф не отдам! Сейф не отдам! Всем оставаться на своих местах! Попали, товарищ лейтенант! Фу, ушел. И у меня ушел. Стоять! Оружие на пол! Сделайте шаг назад! Над страной глумишься, туз. Отглумился, откуражился. Жаль, прямой эфир. А то бы я тебе сейчас такое бы сказал бы! Товарищ лейтенант, а может я? Ну? А может, я? Код сейфа. Быстро. И не вздумай геройствовать, Петров. Не надо. А где зажигалка? А где зажигалка-то? Петров. Не двигайся, Шрам. Одно движение, и ты исчезнешь. Навсегда. Сначала исчезнешь ты, Петров. Вместе со своей зажигалкой. О, шоу продолжается. Ну что, партнер, хотел сам получить зажигалку? Анжелика, я... Ну а теперь мы все повеселимся. Но начну я с тебя, блин. Еще
еще одно слово, Анжелика, и я... Чиркай! 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 Ну, давай, чиркай своей зажигалкой. Чиркай! Ну? Давай, давай, Петров. Только после вас. Балифой, шопер. Решил поиграть с Анжеликой. Но ведь я могу рассердиться и начать с тебя. Бросай зажигалку, Петров. Считаю до трех. Раз. Два. Три. Старичок, ты где? Я приказываю, старичок! Отставить, старичок, это я, Петров! Отставить, старичок! Китайскую руку не хочу! Старичок! Китайскую руку не надо! Старичок! Маленькой улице, в одной маленькой-маленькой стране, на одной маленькой-маленькой планете, в одной маленькой-маленькой вселенной, на одной маленькой-маленькой улице, в одной маленькой-маленькой стране, на одной маленькой-маленькой планете, в одной маленькой-маленькой вселенной. Возьми меня крупнее. За моей спиной герой самых скандальных... Господин Петров, правда ли, что вы будете возглавлять восточное отделение Интерпола? Только что на глазах миллионов телезрителей вступили в неравную схватку с группой... Господин Блин, один вопрос, господин Блин! Жалко старичка упустили, товарищ лейтенант. А был ли старичок? Все-таки дочка курит. Да. Господин Блин! Означает ли произошедшее, что вы подобны итальянскому телемагнату Берлускони или американцу Блумбергу? Рассматривайте семью бизнеса как политический трамплин. Чего? Вовочка, правда ли, что у вас был роман с бывшей владелицей телеканала Анжеликой и что вы оставили ее ради Джулии Робертс? Так давай по одному, не задерживаться! Вы понимаете, что вы говорите? Мало ли что я говорил. У меня мандат. И вы за это ответите. Нету у вас ничего на шрама, начальник, нету! И вообще статьи такой нету, чтобы за зажигалки! Мой везунчик. Госпожа Фурский, сколько слов для восьмого телеканала! Эх! Садиться. Угу. Тебе не холодно? Mm-mm. Ты ведь дрожишь? Иди сюда. Что это? Зажигалка? Thank you.